Всем привет! Жара, середина июня. Показываю достопримечательности города. Город у нас славный, Златоуст. Вон, видите, вдалеке пристань. Вот до туда раньше воды было. Сейчас воды поуменьшилось. Горы у нас красивые. Таганай вон вдали видно. Но люди отдыхают, дети отдыхают. Ну, короче, красота, природа. Но природу нужно беречь. Но ее, как видите, вот, не берегут совсем. Мясо поели, побухали, срач оставили за собой. Дети это все смотрят. И вот так вот на каждой площадке можно туда пройти вдаль и все увидеть. Точно такая же история. Смотрите, подписывайтесь. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии.